конечно. Наш бомжатничек. А? Всё. Видео на память записываю. Здравствуйте, люди. Тут у нас романтика, входишь в голое небо. Все, что осталось от маминого дома. Вот ребенок подземелья бежит. Я не застроенная кладка, знакомьтесь. Ну, он на зеленке. У меня рана на спине, выдрана кожа. Сестре рассечение головы. Менеджер позвонил, представился менеджером Тины Кароли. Ну, я в шоке была, конечно. Такая... Да, практически так. Ну, нет, все практически, у меня так. У тебя так, да. Рассказал историю, как читала письма, как она искала, ну, как они искали нас. Спросил, как у вас квартира. Я, ну, я же сказала, что нету ничего жилья. Говорит, мы так и подумали. Ну, и вот Тина захотела помочь вам и подарить вам квартиру. Городочек такой небольшой, тихий, уютный, а комфортный. А самое главное, это бетонные дорожки. Вот для этого парня они вообще идеальны. Чтобы ты на самокате мог кататься, да? Да. Своих бабусів, дідусів, колись будуть, які до сих пір знаходяться там. Мне 8 лет, сестре 15, маме 38. Ей надо делать перевязку. У меня появилась подруга Вика, очень веселая, у нее хорошие родители. Еще у меня умер дедушка. Папа получил ранение, там за 8 дней крови истек и умер. Там похоронен в огороде. Егор постоянно, даже там еще в Мариуполе, первый раз он меня, конечно, вообще шокировал. Подходит, говорит, мама, говорит, видишь облака? Говорю, да, говорит, это же где-то там наш дедушка сейчас. Он же говорит, нас теперь охраняет. У меня умерло две собаки и бабушка Галя. Любимый город Мариуполь за это все время начинает 24 числа. Ну, видела, что он что-то рисует в блокнотике, сидит на качеле. На следующий день, проходя мимо, увидела этот блокнот, стало интересно, думаю, что он там рисовал. Ну, открыла, увидела. Так это настолько она вот это как его агент, что я даже не видел, когда она приходила в тот дом, где у меня дневник лежал. Я там на качеле катался, там все видно. Я даже тебя не увидел. Кошмар. Агент. Какой. Шпион. Что-то вывести его оттуда, забрать. В Мариуполь вернуться, когда освободят его. 100%. Где бы ни было, домой очень хочется.